привет! Сегодня решили съездить в бисерный храм. Знаменитый бисерный храм в Крыму, который находится на территории мужского монастыря Скит Анастасии, Святой Анастасии Узорешительницы. Съедем по такой вот живописной дороге, грунтовой, свернули в селе Предущельном на эту грунтовку, ну и едем. К этому храму можно подняться с трассы, если проехать чуть дальше по трассе, но там крутой достаточно подъем, решили проехаться на машине. Дорога вполне хорошая, грунтовая, но такая ровная, укатанная, то есть едем по ней достаточно спокойно. Приехали мы в скит Святой Анастасии Узорешительницы. Ставили машинку на стоянке, вот идем к бисерному храму. Здесь по сторонам стоят вот такие от машин контейнера, кузовы, скажем, да. Вот я не знаю, их используют как домики явно. То есть, наверное, может быть, паломники здесь живут. То есть какая-то, как гостиница такая. Пожалуйста, не курите на территории монастыря. Но это еще не бисер. Мозаика, да. Сейчас покажу, как она выглядит издалека. Вот такое большое панно. Сейчас поближе подойдем. Вот это камушки просто. Это все камушки, это все камни. Вот это похоже на глиняные такие какие-то черепушки. Очень красиво. Цветнички. Ой, как пахнут. Бархатцы. Чернобривцы. А вот там уже бисер. Он за стеклом. Но это уже бисер. То есть вот это камушки, вот это что-то такое тоже. Не пойму, по-моему, даже вот это пластик. А вот за стеклом бисер. О, а здесь какая красота. Вы только посмотрите на это. Сцены из Библии. А, это на пленке на какой-то напечатано. Туда хода нет. Здесь, видимо, живут монахи. А, это просто какое-то СТО. Машинка стоит, ямы. Ну да, местные машинки здесь ремонтируются. Мастерская СТО маленькая, местная. Вот там сверху, насколько я знаю, смотровая площадка. По лесенке люди-то поднимаются. Сейчас мы сходим в храм, бисерный храм. И после этого поднимемся туда наверх обязательно. Так. Вот у нас указатель, храм и лавка. Идем туда. А вот это уже тоже бисер. Это все бисер. Храм находится вот в этой скале.
То есть снаружи на него посмотреть невозможно, стен у него нету. Это пещерный храм. Здравствуйте. В этих мешочках висят прошения. Люди вешают, церковные лавки заказывают. И они висят здесь целый год. Целый год монахи молятся. Вот это все бисер. Вышли мы из храма. Сейчас пойдем зайдем в церковную лавку. Посмотрим, что тут есть. Народу много. Да, здесь вот разные иконы. И все вышито бисером. Нас пытается сбить. На самом деле вот это, скорее всего, просечек будет вам служить. Вон их сколько. Ручная работа. Да, все это из бисера. Дерево из бисера. Все иконы вышиты из бисера. Вышивают монахи своими руками. Мужчины. Это мужской монастырь, не женский монастырь. Можете себе представить? Монастырский квас. Настроено воображение. Сбитин. Каберне сухое вино. Так, ну что ж, зашли мы в церковную лавку. Сейчас идем вот на эту смотровую площадку. Вот наверх лесенка. Сейчас туда сходим, посмотрим на открывающиеся виды. Для чего вот это выдолблено в скалах эти ниши? Да еще и козырьки над ними сделаны. Не знаю, что это тут будет. Идем наверх. Вот туда. Вот такой открывается отсюда вид на скит. Столики стоят. Мы сейчас сходим туда, на край. А потом, наверное, здесь посидим. Перекусим.
И, кстати, в лавке нам сказали, что вот там есть еще одна смотровая площадка. Вот за этой кучей камней. А вот виднеются ступенечки в лес. И там наверх вот на то плато. И можно пройти через него. И с той стороны там будет очень красивый вид. Если вы приедете в бисерный храм, то вы обязательно должны сходить туда. Там открываются просто потрясающие, фантастические виды. В ближайшее время на моем канале выйдет видео, посвященное нашему походу туда. Поэтому не забывайте подписываться на мой канал и ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Красота. Там внизу стоят машины, люди приехали сюда. Поднимаются по тропе. Очень красиво.